Этот мир наш. С каждым рассветом он начинает с нами разговор, словно хочет пробудить нас, помочь найти свет внутри себя. Через красивые места, от величия которых у нас захватывает дух. Через глаза незнакомца, в которых мы узнаем себя. Через уважение, поиск истины, принятие, искренность, мудрость, веру. Через безмерную, бесконечную любовь. Слушай свое сердце.